Ночью на площадь Алато привезли освобожденного сегодня политика Садыра Джапарова. Люди выстроились в два ряда, друг напротив друга, и создали живой коридор. Политик пришел на площадь, чтобы выступить перед участниками митинга. Сторонники экс-депутата несколько минут не давали ему слова, приветствуя его и скандируя «Садыр Биздике». Напомним, сторонники Садыра Джапарова участвовали в парламентских выборах под флагом созданной им когда-то партии «Мекенчель».